Ну, вы знаете, то, что сейчас непосредственно была отставка Суркова, и будем говорить, в наших кругах очень много домыслов, и каждый человек это непосредственно по-своему выносит на публику всего обозрения, то лично мое мнение, да, как человека, который уже 13 лет занимается непосредственно политикой, и господина Суркова я тоже очень хорошо знаю по его политическим всем действиям и по той работе, которую он постоянно вел, я скажу лично свое мнение. Мое мнение то, что человек имеет право принимать волевые свои решения, и непосредственно то, что он написал, вот, по той информации, что я владею, он написал это до совещания. А то есть человек уже готовился непосредственно уйти. А то, что он ушел, вы знаете, я думаю, корректнее было бы спросить это его самого, почему он принял решение уйти. Я считаю, что, конечно, его отставка, это не было ни в коем образе связано, например, с решением Медведева или с решением Путина, что, как будем говорить, источники передают эту информацию, что вот они его попросили. Я думаю, это неправда. Почему? Потому что это тот человек волевой, который сам принимает решение, который непосредственно на своей работе, на своем месте, я считаю, он занимал эту ответственную должность именно по его талантам и по его разуму. И непосредственно, я считаю, он находился на своем месте, понимаете? И то, что он принял это решение, это его волевое решение, его личное.